Здрасте, дя. Как ее зовут? Клэр. А вас как зовут? Очень приятно. Меня Станислав. Знаете, мы с ней, ну, я работаю во Франции, я там с ней познакомился, вот мы уже 3 месяца вместе, вот, и я ее привез знакомить с родителями. А в каком городе? Что в каком городе? В каком городе вы были? В городе Лаваль. Это департамент Майен, это долина реки Луары. Да. Мы там строим железную дорогу. Ну, знаете, вообще я работаю на французскую фирму, да? Но у меня вся бригада русские и украинцы. Да, я попросил, чтобы так было. То есть у нас все как дома. Я хотела тебе поговорить, я поняла, что у вас есть очень громкая музыка, вы можете все тоже танцевать, поэтому что здесь? Крутите ее, Да? Может, она устанет? Я так думаю. Скажите, а завтра вы куда-нибудь пойдете? Нет, я лично. Нет, я не знаю, мне бы ее с кем-нибудь отправить, чтобы мне с ней не ходить. Нормально. Я не фанат этого дела. Знаешь, прийти к тебе, потому что мужчина в данном случае очень приоритетный. Стоп, простите. Мужчина есть мужчина. В каком смысле? Каждый раз, когда я с ней иду, и когда мужчина есть мужчина, вы говорите, у меня часто случаются такие, до драки доходят. Так что, да, реально. Вот поэтому она очень не любит со мной куда-то ходить. Я забирала завтра сюда же. Да, ясно. Знаете, первый раз я с ней пошел на дальше, да? И... Я не знал, что здесь, как бы, когда мужчина приглашает девушку, если она с кем-то пришла, то он с кем, не должен спросить у того, с кем она пришла, разрешение, да? Вот. Подруливает какой-то араб, берет ее, уводит танцевать. Я такой, как вообще он это может, да? То есть... Нет, супер!